Просто вот я пытаюсь представить себе там вот вашего супруга, когда он смотрит материал. Когда он видел, кстати, «Москва на Василиса»? Нет, он видел. Нет. Вот он же будет смотреть, наверное, не просто как зритель, и не просто как муж, который на свою супругу смотрит, но и как режиссер, который будет думать, что здесь бы я сделал бы иначе, ну, да, наверное, да. Может же быть, чтобы вот все. Вы потом это обсуждаете? Обязательно. Ага. Мне очень интересно, и я всегда надеюсь, что он мне говорит правду, так же, как и он ждет от меня правды. Вот он сейчас ждет от вас правды? Да. Мне казалось, что Тодоровский человек, который... вот, но он ждет правды, если эта правда будет с элементами позитива. Мне казалось, что он крайне трепетно относится к тому, что, ну, назовем это критикой. Я бы не сказала. Все-таки я столько лет с ним, да, и не думаю. Может быть, я не знаю каких-то таких вещей, может быть, я не вижу, нет, хотя нет, это такой вот, ну, как бы... Вот мне не кажется, среде. Что для него очень важно. Естественно, конечно, это любому человеку неприятно читать плохие рецензии. Но я никогда и не видела, собственно, чтобы Валера искал рецензии. Но я думаю, что если всегда есть на фильм положительные и отрицательные отзывы, это абсолютно нормально. Просто есть люди, которые потом годами это перечитывают, впадают в депрессию. Я просто знаю таких режиссеров, которые просто им надо запретить читать. И на них это очень действует сильно. Но Валера, думаю, это действует сиюминутно. Вот это просто есть какой-то момент, ну да, вот это такое мне. Потому что с «Оттепелью» было очень много моментов каких-то, что это все было не так в то время. Со «Стилягами», кстати, тоже я это помню. Я никогда не помню, чтобы... Но это есть такое понятие, как стилизация. Конечно. Я не помню, чтобы Валеру это вводило в какой-то... Да, вот с «Тисками» я помню, что он понимал, что этот фильм как-то многие не приняли, потому что для Тодоровского это вообще какой-то был фильм абсолютно... Ну, как был какой-то момент у Вуди Аллена, когда он вдруг взял и снял фильм, который мы прям сидели и не понимали, как эти фильмы, которые со Скарлетт Йоханссон вот новые пошли, там, «Сенсация», помните, «Матчпоинт»? Да. Это был какой-то вдруг раз, и человек попробовал что-то другое. Я думаю, что «Тиски» это тоже было для Валеры какая-то совершенно новая... И вот он себе позволяет такие моменты, и я говорю, идет... всегда к тому, что он хочет. Вот сейчас он снял, вот он шел 3 года к фильму «Большой», сейчас он его закончил. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».